Всем привет, друзья! С вами я, Коннор2001, и это 46-й выпуск моего города в Майнкрафте. И да, друзья, вы видите, что у меня теперь 54 FPS. 50, тут упало до 40, до 50. 50 кадров в секунду, это ж офигеть! Спросите, Глеб, как ты это сделал? Маза, what the fuck? А, это очень просто, ребят. Я поставил еще нормальный шейдер, в отличие от того же Селса и SVLP. Он уже упал до 35, 45, 48 и снова 50. Ну, переменно как-то. Ну, YouTube определит, какое количество кадров, 60 или 50. Или вообще 30. Хотя фиг его знает. Получится. Но зато красиво смотрится издалека вон. Так вот непонятно какая-то фигня в общем. Такая вот, типа поднимаешься, и он вот так вот. Хотя ладно, это не самое главное. Ну, самое главное то, что я, в общем, достал шейдеры, чтобы играть и снимать видео в хорошем качестве. Тем более 60 FPS, 50 FPS. Ну, сколько будет показывать YouTube? Ну, это то же, что и... Кстати, это фраза пародирующая, как покажет время. Тут что-то не видно, вот. Так вот, друзья, я нахожусь, в общем, на телевышке, вон, с моей антенной, вон. Смотрю, глази на проспект Сашиновского, тем более, красиво выглядит. В общем, я отбирал самые хорошие, типа, шейдеры. И самые лучшие стали это... Покажу сейчас. Это Чукапик 13, версия 7.1 Lite и Чукапик 13, версия 7.1.1 Tuaster Edition. Они оба хорошие, тем более, хорошо FPS подняли. Но есть такая маленькая фишка в Tuaster версии. В издании Tuaster. Это в том, что там вода как из обычной, как без FPS. Не без FPS, а без шейдеров. Какая же обычная вода без шейдеров в Tuaster Edition? А так, пожалуйста, небо. Я утонул. Ладно, пофиг, я вернулся. Зато вот небо хорошее. Небо нормальное. И у меня FPS упал до 19, до 13. Ну, в среднем это 21-24 FPS, если находиться вот здесь вот. Чем выше, тем больше FPS потом. Хотя можно снизить прорисовку вот так вот. Ну, 35 стало, 30. Смотрим, сколько будет. 25-22. Да ладно, пофиг. Короче. Сегодняшнее обновление у нас молочный завод, да, друзья. Сегодня построим молочный завод и... Так, надо включить скорость. Вот, поднимаемся и... Короче, этот выпуск, возможно, будет большим. Ну, возможно. Еще одно обновление, то, что я продлил железную дорогу. И да, я не... Это... Пока снимал выпуск, я забыл показать на рисунки, которые сделаны на стене двух пятиэтажек, двух хрущевок. Здесь СССР, здесь Россия. И подпись. 1991, то есть 1991 год. И вот свечку скопирую, поставил. И вот оно, новое обновление. Это у нас Акроновский молочный комбинат. Я у МК, вот здесь написано, на крыше. Упс. Да ладно, пофиг. Так, я Куновский молочный комбинат. Да. Здесь у нас как бы склады такие маленькие. Дальше у нас такой вот конвейер, здесь вот упаковывают товар, здесь продукты. Здесь у нас коровки дуются, хотя тут таких
таких два на заводе. Да и конвейеров тоже два, хотя там у них другое назначение. Там упаковывается товар, а там, в общем, пастеризация молочного продукта. То есть, получается, коров молоко ведут и упаковывают все это дело и в магазины. Так, на второй этаж, здесь у нас просто кабинет. Ну и складик еще один дополнительный. Зато как красиво отсюда смотрится. Вот солнышко, небо, деревья. Эх, красиво. Так. Смотрим, что у нас сзади. Здесь у нас такой вот, типа, сюда заезжает грузовик, загружать его продукциями и отправлять его в магазин. И грузовик едет развозить продукты по магазинам. И вы спросите, что производит, что обычно производит молочный продукт, комбинаты, заводы, фабрики, неважно. С молочным заводом, значит, наверное, производит в основном молоко, кефир, йогурт и сметану. Ну, обычно на улице, например, типа йогурты поесть. Борщики, как тоже растишка. Кстати, если что, это намек. Если вы поняли, то вы можете написать комментарий. А мы летим дальше к новому обновлению. И новое обновление у нас находится на улице Космонавтов. Хотя нет, не совсем. Я забыл еще про торговый центр Рио. Да, в общем, торговый центр Хироус я закрыл, заменил на Рио. То есть вот так вот надпись выглядит. Еще один чувак меня попросил на стриме, чтобы я построил торговый центр Рио. И, в общем, произошел ребрендинг. Ребят, батов. Да, темновато, но можно привыкнуть. Зато смотрите, как становится светлее. Блин, вспоминаете уже Cells? Которые, да, те же шейдеры. Блин, как он уже редачил. Яркость так вот постепенно меняется. Так, короче, в общем, обновление поступило. Так, в общем, открыл завлекательный комплекс Рио. Так, у нас просто настольный аэро-хоккей, аэро-футбол, аэро-баскетбол. Еще танцпол такой. То есть нужно нажимать на эти блоки. И играть в пианино. То есть мы нажимаем на эти блоки на экране. Все это дело на экране. И силомер вот такой вот. То есть бьем молоточком. Ой. Бьем молотком и получаем приз. То есть мы узнаем, какая сила. Здесь у нас вот 50 и 100. Это так. И касса вот здесь такая. Такое светло, но... Да, друзья, я забыл показать эту фишку. Фишка в том, что позволяет как бы автоматически изменять качество. Это нормально. Дальше у нас магнит семейный, такой вот гипермаркет. Это вот впервые открылся он. Так, здесь у нас вот как бы замороженные продукты. Дальше у нас полочки с товарами. Хотя пронумеровать я не собирался. И снова здесь товары. Обратно настроить. Так. Летим дальше. У нас уже элита. Здесь торговый центр элита. То есть магазин элита. Да, я снова еще раз показываю, потому что уже появились новенькие обновления в торговом центре, в магазине элита. То, что там уже немного увеличилась площадь. И благодаря чему уже я освежил как бы полочки для товаров. Но кассы самообслуживания такие остались.
Ну, и плюс отсчетная касса, естественно, шестая. Это лучше с кассом обслуживания. Так, все самое интересное вот здесь посмотрели. Идем дальше. Ну, как и обещал, в общем, будет еще те же обновления, только вот уже на улице космонавтов. Значит, я замечал одну фишку в том, что здесь вот облака становятся темнее из-за теней, естественно. Но зато красиво смотрится вон церковь. А улица Зюганова, дома. Короче, красиво, в общем. Печально, что падает количество FPS, когда вообще внизу. А вот так, если подняться, то FPS поднимется вот до неба, до 50. Я фиг знает, куда я лечу нафиг. Вон, кстати, вот торговый центр зеленка, свечки. Две повыше, две пониже. Пятиэтажка, девятиэтажка. Пятерочка, автостоянка вместе с бензоколонкой. Заправочная станция «Газпром». Еще один жилой дом. Кинотеатр. И вот оно, новое обновление. Это супермаркет «Радуга». Ну, я назвал так, потому что вот такой вот красивый бренд. То есть, это вот красиво сделал такой вот разноцветный. А по сути, «Радуга» существовала в Припяти. Супермаркет с тем же названием. Так, здесь у нас все как в обычных супермаркетах. Здесь у нас камера хранения. Проход, тем более два прохода. Один без покупок. То есть вот здесь вот главный проход. А здесь выход без покупок. А, выход с покупками через кассы. Дальше у нас полочки с товарами, естественно. Вот. Замороженные продукты и просто товары. Ну, как-то вот так. И склад такой вот, тем более с двумя выходами. Ну, обычный стандартный склад. Ну что ж, друзья, очень красиво. Что ж, друзья, как вы считаете, отличный выпуск получился или нет? Решать вам, в общем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать мне комментарии, делиться этим видео с друзьями. Ну и, конечно же, писайте мне идеи, что еще построить. И да, друзья, в общем, я эти трейлеры Чукапик я оставлю, поскольку они очень хороший вариант, знаете. И всем советую этот вариант. Я глазею на супермаркет «Радуга». Более красиво получилось. Особенно вот та площадка. Вместе с телещитом. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. И всем пока.